Скажи мне, пожалуйста, куда мы сейчас едем? Бассейн. А что мы там будем делать? Плавать. Плавать? Итак, мы едем в бассейн, будем купаться, плавать. Так, мы ждали, когда испечется тортик. Джессика тут тортик пекла. Воу. Жарко? Да. И сейчас поедем в бассейн. Джеки, отходи. Молодец. Джеки, ты готова ехать в бассейн? Да. Как, что ты там будешь делать? Плавать. Как ты будешь плавать? Вот так. Вот так. Мы едем купаться в бассейн в YMCA. Это организация Young Men Christian Organization. Вот, это глобальная организация. Они делают спорт доступным для разных слоев людей. Чем хороша эта организация? Очень разумные цены. Например, мы пошли и купили membership, членство в этом клубе. И оно в целом для семьи из двух взрослых и двух детей стоит всего лишь $100 в месяц. За эти деньги ты имеешь доступ к любым facilities, любым сервисам на территории. Эта организация, она глобальная, и можно пойти в любое отделение. Они оставляют двери открытыми. Мы когда сюда приходили в марте, двери были открыты нараспашку, и можно было купаться. Ну, как бы не совсем комфортно было, но не скажу, что было холодно. Было терпимо. Здесь боковой вход, и мы можем прямо пройти в бассейн, минуя длинные коридоры основного входа. Давай второй. Молодец. Пошли. Так, здесь и такие маленькие частные комнаты с душем, туалетом. Помыться надо перед бассейном. Ну все, теперь помылись, идем в бассейн. Вот для инвалидов кресло, чтобы можно их было опускать в воду. Давай. Давай, ныряй. Мы записались в эту организацию ради открытого бассейна, потому что зимой холодно купаться в открытом бассейне. Очень недорого получается, потому что за эти $100 в месяц вся семья из 4 человек могут ходить в любое время и пользоваться этими всеми сервисами. Один класс, например, плавания полчаса может стоить около $20. Экономия очень хорошая, потому что мои не хотели брать классы. Джессика на перегонки плывет. Так, Джессика пришла первой к финишу, молодец! Вот из этого бассейна нас выгнали, мы обычно здесь купаемся, там на вышке сидит спасатель и наблюдает за всем, что происходит. Они все ходят в красной форме. А здесь на глубине плавает Джессика с бабушкой. Подпишитесь на канал! Подпишитесь на канал! Бассейны на улице нагреваются, и поэтому мы можем уже потихоньку
плавать в открытых бассейнах. У нас в комьюнити открывается бассейн 5 мая, поэтому мы уже сможем по выходным туда ходить. Вода, конечно, будет еще не совсем теплая, но детям нашим не так важно, какая вода. Самое главное, чтобы была вода. Ну все, выходим из бассейна, наплавались. В бассейне, в джакузи. Пойдем. Да, уже домой идем. Смотри под ножки. Let's go! Ну все, мы поехали домой. Джеки, скажи пока-пока.